Всем привет! С вами Настя, и вы на моем канале. И сегодня мы с вами приготовим легкий итальянский салатик. Называется «Итальянская легкость». Салат очень вкусный, и я думаю, он понравится особенно тем, кто любит салаты без майонеза. Трем морковь с соломкой на терке для корейской морковки. Помидоры режем на четвертинки, удалив при этом плодоножку. Листья салатов промываю в большом количестве воды и опрокидываю на сетку. Соединяем все вместе в салатнице и начинаем подготавливать соус. Соус мы будем делать в отдельной посуде. Берем 4 столовые ложки оливкового масла, уксус яблочный или лимонный сок 1 чайную ложку, любую горчицу 1/2 чайной ложки. Соль, перец по вкусу. Все перемешиваем и добавляем в салат при подаче. Натираем немного сыра пармезана. Хорошенько перемешиваем наш салат. А теперь время подачи. Накладываем салатик сколько нам хочется, поливаем нашим соусом, который мы отдельно приготовили, и посыпаем сыром. Приятного аппетита! Вот такой вот вкусный, легкий итальянский салатик получился. Если хотите, можно не добавлять сыр пармезан. Это все по вкусу. Давайте попробуем. Это очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. Ну а на этом, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Всем, кому понравился этот видеорецепт, обязательно ставьте лайк. А если хотите больше новых видеорецептов, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч и увидимся очень скоро. Пока-пока!